всю землю изыди вещание и, в конце вселенной я глаголы и. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. Рокими глаз третий, весть Богородицы, величи душа моя Господа, и возрадуйся, дух мой, о Боге, спасе мое. Велики душа моя, Господа, и возрадуйся, дух мой, о Боге, спасе мое.
Теми города Урюпинск. Это замечательный праздник, праздник, который выходит далеко за рамки и границ этого города. Почитание иконы, чудотворной иконы Божьей Матери, именуемой Урюпинской. Здесь все пропитано благодатью Царицы Небесной, и видно,
как народ любит этот дивный образ Божьей Матери. К ним стекаются сотни и сотни тысяч людей. И, конечно, мы знаем поговорку, что пустому колодцу за водицы не ходят. А почему приходят люди в этот день, и не только в этот день Божьей Матери? Потому что они получают от нее многую-многую помощь, духовную поддержку, избавление от скорбей, болезней и зол. И, конечно, в сегодняшний день Субботу торжества каждый из нас надеется на то, что Матерь Божия подаст ему и свою благодать, свою милость, какую-то свою радость. Я желаю о том, чтобы все причастники и участники сегодняшнего дня торжества Божьей Матери получили от нее наступление и покров, благодатную помощь, и чтобы она была путеводительницей их семьям, их детям и им самим в жизни вечной, Царстве Небесном, вечной радости во Христе Иисусе Господе нашему.